Смотрите, наши гейты какие классные. Мы прошли таможню. Внизу там толкотня. Там, значит, самолеты, знаете, по Европе, которые летают. А тут мы прошли таможню и зашли. Заходим, я говорю, как вообще тут, как знаете, у Снежной Королевы во дворце. Все белое, все красивое, никто не бегает, никто не толкается. Вон Винсент у меня сидит, балдеет. О, как шикарно. И вот это вот наш гид. Так, а это я. Опять, видите, очки, одни очки, вторые. Там надо смотреть, здесь надо смотреть. Читай комментарии, всем понравились вот эти мои очки Барбари. Я очень рада, что всем понравились. Но они у меня тоже теперь одни из любимых. А самые любимые у меня... Вот эти. Я без них теперь никуда, никуда. Итак, нас ожидает сейчас полет где-то на полтора часа до Касабланки, и оттуда мы в Майами. Винсент сидит, говорит. Я говорю, ну все, ты больше не переживаешь, сидим уже на гейте. Он переживался, вдруг гейт далеко, пойдем, пойдем. Короче, я говорю, ты больше сейчас не переживаешь. Он говорит, я перестану переживать. Сначала, когда я открою свой дом ключом, и второй раз, когда я буду держать в руках Шерри. Все, и говорит, мои переживания закончатся. Так что вот. Кстати, о Шерри. Сейчас покажу вам Шерри нашу. Хотя, когда вы смотрите это видео, мы уже давно дома. И Шерри уже у нас бегает по дому. Но пока не выпущу все видео, ныне не покажусь к вам. Эй, хулиганка. Шерри, иди сюда. Шерри. Все, устала. Устала. Иди сюда. Иди сюда, коза. Где ты там спряталась? Дуреха. Бонька водичку пьет. И бандюга. Шерри. Давай, покажи, как ты хулиганишь. Как ты тут всех терроризируешь. Шерри, мордочка. Где Теодорка? Пойдем искать Теодора. Пошли посмотрим, где там Тео.
Хищница маленькая. Тоже пошла водичку пить. Смотрите эти видео, я буду худеть, потому что похудеть надо. Еле пили, напилися и наелися, а теперь надо, как говорится, любишь с горочки кататься. Так что вот, тишина нарушена, на наш самолет уже очередь. Винсент пошел в очередь стоять. Я говорю, чего ты стоять будешь, дай очередь пройти. Видите, нет, он такой беспокойный, он все время переживает. Ну, говорю, стой, я к тебе подойду. Сижу. Смотрите, чтобы в самолет попасть, мы, видите, в гейт, прошли в гейт. И чтобы в самолет попасть, нужно спуститься вниз на эскалаторе. Я только вот в этом аэропорту это видела на самом деле. Больше я не видела ни разу нигде, чтобы вот так на эскалаторе, и потом только в рукав самолета. То есть не в рукав самолета, а в рукав, который ведет в самолет. Так, наверное, правильно сказать. Меня же на канале уже тут... Ой, столько учителей, неправильно говоришь, неправильно думаешь, не туда пошла, не то купила, там не выучила, тут не рассказала, тут информацию не дала, милые мои, сколько требований-то ко мне с канала-то, так я прямо обалдела, думаю, что и делать, как и путешествовать теперь без разрешений, что спросить, что не спросить, а вот смотрите, наш самолет красный. Красно-зеленый такой. О. Винсент, бегом. Бежит. Стоял в очереди. Уже когда подошло, мне крикнул, иди сюда. Я сидела, видео клепала. Потому что сейчас ставлю на график. И видео будут выходить. А мы будем разбирать чемоданы. Будем отдыхать. Будем с Шерри знакомиться опять. В общем, дел много. Вон Эмираты. Как бы хотелось в Эмираты когда-нибудь слетать. Очень бы хотелось. Какой самолет шикарный. Hola. Ой, какой вообще, такие кресла, кожаные, шикарные. Вообще, посмотрите, такие, места много для этого. Вау, hello. Винца, да, it's really cool plane. You see that seat? Ну, посмотрите, какая красота. Вообще, просто... Мягкое, все обалденно. Летайте самолетами Марокко, какой шикарный. Все-таки самолет, повторю еще раз,
девушки в красивых сиреневых платьях. Стюардессы, просто обалденно. По-моему, между нами никого нет. Мы надеемся. Летайте марокканскими линиями. Нам лететь 1.5 часа. Посмотрите, нас кормят. Нам дали бутерброд, йогурт, какую-то печененку, воды. В Америке даже бутылки воды не дадут бесплатно. Теперь. Посмотрите. Это же вообще что-то с чем-то. А я есть не хочу. Мы только поели. А Винсент у меня. So, how is the sandwich? Good? 1.5 часа лететь. I never see anybody that give you food, even water, for 1.5 hours. Yes. Можно купить воды, купить. Но тут это вообще, я в шоке. Хотя мы туда летели, так же было, но я не показала, по-моему.
Короче, мы только приземлились. Между самолетами 40 минут. Наш самолет уже начал посадку. Успеем, не успеем, не знаем. Правильно ли мы? Правильно ли бежим-то? Винсент переживает, я переживаю. Все, только переживаю. Все бегут, все. Все опаздывают на свой самолет. Представляете? Кто летит в Вашингтон, кто в Майами. International Flight Connection 2 минуты. Так. Не хочется оставаться-то в Касабланке-то. Так. Yes. Винсент переживает так сильно. Писать нельзя, сбегать в ней, короче. Ой. Там тоже очередь почему-то. Толту из кастом. Все переживают, все застряли. Представляете, целая очередь. И у всех connection flight. Все кричат, помогите, помогите. Стоим вообще на какую-то эту таможню почему-то из самолета в самолет. Ой, все как ломанулись, как побежали сюда. Все смеются уже, всем смешно. Я говорю, мы сейчас все в Касабланке будем в ресторане гудеть. Они говорят, да мы вообще все не против. Представьте себе. Представьте себе, из самолета в самолет, не выходя из аэропорта. Все равно проверяют все, паспорта, все. Не знаю. Бегом, 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 бегом. Уже наш самолет отправляется в 4 времени 3:45. Короче, наш самолет должен отправляться через 20 минут. Не знаю, мы закрыли уже его или нет. A, B. Yes, let's go. Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Так, по лестнице не побежим. Будем стоять. Как дядечки в пиджаках. О, все. Очень интересно, успеем или не успеем. Короче, самолет должен отправиться в 4, времени сейчас 3:45. 15 минут получается, да. Сказали, будут ждать, не знаю. Where? Эй, окей, окей. Окей, окей, окей. Ой, тоже, да, аэропорт узнаю. Альва. Винсент бежит, кричит на всех. Excuse me, расталкивает всех. Локтями. Yes, yes. Ой, господи, что ж мы все везде опаздываем в этом трипе? То на корабль, то на самолет. Сколько же уже это будет продолжаться? Ой, быстрее бы нам на дому. Винсент бежит на всех парах. Ой. Ой. Наверное, уже закрыли, потому что обычно посадку закрывают за 15 минут. Ой. Нас пропустили, мы стоим в очередь. Все на этот самолет. Ой, все. Все, мы не опоздали. Приключения не будет. Теперь нам только нужно найти, где в Майами наша машина стоит. Вот этого мы тоже не можем билет найти, не знаем, где находится. Но уверена, что этот найдет. Самолет уже в три ряда. Ага, уже большой самолет. Тоже, кстати, кожаное сиденье. Мягкие, но не такие, конечно. Не такой новый самолет. Не такой, как тот, который, на котором мы сейчас летим. Уселись. И мне опять повезло. Я опять буду здесь. Ой, как хорошо. Показываю всем трюк, как можно не держать телефон. И телефон будет снимать. Ой, а кстати, хотела вам показать, а здесь трюка этого нет. Вот когда шторка вот задвигается, то за шторку можно поставить телефон, и он будет стоять и записывать на таймлапс. Очень красиво. Вот здесь даже шторок нет, очень странно. Look at that, there's no window closing. Странно такого. Обычно шторки. Вот так вот. Мы в аэропорту. Бежали как кони. Просто как кони бежали. Винсент. Я сказала, что я последний раз с тобой еду путешествовать. Последний раз.
Это просто невозможно. Он постоянно нервничает. Постоянно нервничает. Старичок стал, совсем старичок. Ужас. Довести бы мне его домой. Господи, быстрее уже. Смотрите, как оказывается затемняется стекло. Вот тут, видите, люди не затемнили, а я затемнила. Нажимаешь, вот это вот темное, а если надо, то можно сделать светлое, оно опять будет светлым. Я такого не видела еще никогда. Я обычно шторки только вижу. Сейчас вот будет светлеть. На самом деле, на улице, можно сказать, солнце. Представляете? Можно затемнить полностью. Там вот у людей. Видите, совсем темные окна. Я не знаю, будет ли такое темное у меня, но, по крайней мере, нет. Вон там тоже, видите, затемнили окна. А вот он совсем светлый. Черное, просто черное окно. Класс. Rain. Первый раз слышу, чтобы в Америке хлопали в самолете. Ну, это хорошо, пусть хлопает, конечно. Я даже не ожидала. У нас дождь, поэтому ничего не видно. Времени 9 часов вечера, мы прилетели, Господи, слава Богу. Ну все, забрали машину, едем домой. За Шерри поедем уже завтра.
Сегодня, конечно, мы приедем домой, уже час ночи. Но привет, Флорида, и мы очень рады вернуться, на самом деле. Очень рады, потому что усталость большая, и радость, и, конечно, удовлетворение, и усталость. Ну, поздно на улице, конечно, что. Все, девочки, мальчики, до следующего видео. Спасибо всем. Винсент, are you glad to be home? Oh, yeah. Yeah? Of course, it's a long trip. You're gonna be enjoy on your own bed now. Yeah. Yeah? Get my sherry back.